мечту онкобольного ребенка. Такую акцию проводит организация «От сердца к сердцу». Перед Новым годом дети пишут письма Деду Морозу, рассказывают о заветной мечте, а активисты организации с помощью спонсоров и сами покупают подарки. В этом году дети просили попугаев, телескопы, музыкальные инструменты, планшеты и смартфоны. Подарки вроде дорогие, но хочу еще раз обратить внимание на то, что дети находятся кто-то на удаленке. Кто-то находится на лечении. Детям необходима коммуникация как со своими сверстниками, так в плане образования. Также надо отвлечься, потому что они проходят постоянно какие-то курсы реабилитации, кто-то лечение, да, ему надо отвлечься. Впервые мы получили запрос по поводу гитары укулеле, маленькая гитара. Также у нас есть обычная гитара, ну, они были у нас в предыдущие года. И также в этом году появился запрос на умную колонку Алисы. Онкобольных детей в этом году уже больше 70, возраст до 14 лет. Присоединиться к акции может каждый и купить подарок ребенку с онкологией. Что просят дети, есть в списке. Он в инстаграме организации «От сердца к сердцу». Можно помочь и деньгами, перечислить любую сумму на банковский счет волонтеров или мобильным платежом по QR-коду.